Всем хай, ребятки, я с вами Антон, и вчера я выпустил видео, в котором сказал, что, типа, завтра, то есть сегодня выпущу видео с нашего гранд-финала против Flash Team. Что вообще такое гранд-финал, ребятки? Гранд-финал — это такой матч, в котором разыгрываются очки и разыгрываются также достижения, то есть определяется победитель, истинный победитель, так сказать, челлендж капа. То есть, по факту, все команды, которые играют уже в гранд-финале, они участвуют в промастерс, то есть они уже вышли в промастерс, но это больше такая показушная игра, которая, опять же, приносит вам очки и достижения. Мы к этой игре отнеслись серьезно, но, к сожалению, первая катка у нас вообще не заходила, мы проиграли с счетом 11-1. У меня там всего лишь с этой карты 2 альта, и вообще я даже ее не записывал, короче. Во вторая карта переулки мы ее победили, вообще, то есть там я бы полностью записал, у меня очень жестко зашла игра. И в этом видео вы увидите именно вот эту вот карту, вторую карту переулки, как мы сыграли, то есть она была реально классная. Но, к сожалению, третью карту басты вы тоже не увидите, потому что у меня почему-то выключила запись, то есть я записал 2 минуты 40 секунд. То есть 2 минуты 40 секунд, там есть запись, все, потом и нету записи. То есть по факту 2 минуты 40 и все, больше дальше нет моментов никаких вообще. Поэтому, к сожалению, карту басты вы не увидите. Также я хотел бы поблагодарить моих спонсоров, это Рэйви, Ситоми, Джиглипуф, Душа и Блэксталкера. Реально, ребятки, спасибо, что поддерживаете. Если вы хотите меня поддержать, в описании будет ссылка на спонсорку, можете оформить и сделать мне приятно. Кстати, многие из вас уже слышали, что я, типа, очень сильно увлекаюсь киберспортом, в частности, киберспортом по КС-очке, поэтому иногда вечерком я смотрю матчи по КС-очке, так сказать, анализирую, но стараюсь проводить время за просмотр игр продуктивно, типа, получать какие-то эмоции, просто закидывая на какую-то там любимую команду, условно, там, косарик, и просто наблюдая за матчем. Перепробовал, на самом деле, очень много буков, где-то высокая комиссия, где-то какой-то ужасный дизайн, непонятно, как пользоваться сайтом. В общем, нашел нормальный сайт, называется OneWin. Уже почти полгода им пользуюсь. Тут очень быстрая регистрация, то есть рейка в один клик. Просто нажимайте регистрация в один клик. Вводите мой промокод MotoCapsLock'ом на английском языке. Кстати, этот промокод вам даст плюс 200% пополнения. То есть, условно, если вы закидываете 100 рублей, получаете 300 рублей на баланс. Если вы закидываете косарь, получаете 3000. На этом сайте моментальный вывод без комиссий. Также, если вы живете в Украине, условно, тут есть вывод в гривнах, в долларах, в евро, так что что-то это вообще не переживайте. Кстати, 15 октября играет Mouse Sports против Vitality. Я закинул на Виталия косарик, посмотрим, что будет. Ну а ссылочка на сайт и промокод будут в закрепленном комментарии. Готов закидывать? Да, готов. Давайте, раз, кидаю гранату. Хаешь, подайте себе порт. Ладно, я даю. Граната! Закосил, за ящиком, за ящиком. Куда? Вон тупо. Блядь, не попался. Ладно, лестница. Вар. Тихо, найс. Да. Не могу, нет, уже мешки, мешки, типа. Он на ПК. Пацаны, я поднимаю мешки, на ПК, на ПК. Ладно. Лучший ПК. Лучший. Рисай. Лучше. Тихо. Где трупы? Ребят, не проебываем раунды, это турнир. Это не фан, это турнир, давайте выиграем. Влад, поставь бомбу, я тебя отвлечу, Влад. Поставь, это лучше, серьезно. Он авик, Влад, осторожно, не открывайся под БК. Пока. Найс! Все лучше, Влад, лучше! Прокатывайтесь, меня. Давай, я первый. Все. Был на понятно. А где, блядь, Влад? Где я? Вы... Дайте талька ехать. Тихо, Влад, хаэд, отойди! Кидаю гранату! Никого, блядь. Косилька, блядь. Никого приеду. Если вам сейчас хаэд прилетит... Влад, я отхожу. Брони дай. Я без хп. Тихо. Сейчас я помогу тебе. Я прокачу. Большой лестницу. Что делаем, парни? Можно в двойку пробовать? Дайте смоку большой лестницу стоит. Сарки, заходи! А ну там смок уже есть, идите ко мне, иди сюда, врумите. Куда дальше? У них медик, идите, пацаны, надо сборку ходить пробовать. Пиздуйте, я вас пропускаю. Смок направо, дайте сюда, смок направо быстрее. Налево? Вот сюда, направо сюда смок. Граната пошла. Там крыса будет, тут крыса будет. Налево постоит. Убил ноль. Найс. Инженер, блядь, не попал. Влад, иди бомбу. Синька вышли! Двое там. Двое под синькой, близко. Влад, иди ставь бомбу, смог пробегай. И плент, прям плент, плент, иди. Я... Так, живи в зиге. Пять. А что ты так ставишь, что бомба? Бомба установлена. Пятерка много. Пятерка не, аккуратно, боже. Влад, помоги мне, Влад, крест-накрест со мной, встань, пожалуйста, чуть дальше. Хайлоу, встань, пожалуйста. Ну не так, нет, ну ты не понял, поближе. Тише. Вот это хаешка зря была. Я убил. Я хопа нужно. Я помогаю. Прокинул, блядь.
Стой, смотри, мне Найс, молодцы, лучше, лучше. Кстати, ребятки, Мэл, ввели новый кейс. Кстати, реально жесткий кейс. Кейс мятежник, Трувел, тут есть Сигампикс, Чапа, самое имбовое оружие в игре. Килтык и Ховы, короче, реально кейс имба. В общем, если думаете крутить этот кейс, ребятки, нажимайте купить, продолжить, вводите промокод Монтон. Просто на русском языке с маленькой буквы, просто промокод Монтон. А мне с этого капнет процент. Ну и плюс вам там какая-то скидка дропнется. Никого не призываю крутить кейсы, потому что это казино, а казино всегда в плюсе. Ну, в общем-то, если захотите открыть кейс, то вводите промокод Монтон, буду вам благодарен. Монтон, ты конечно, дайте. Граната! Влад, добрый, Влад, минусись. Влад, синись. Влад, дай брони, я сзади. Влад, дай брони, да не ну, мне. Реси будет, Дай брони, блядь, Влад, что ты сказал? Да нихуя ты меня! Пулку дал. Чё, тихо, пацаны. Я на нашей стороне лежу, пикаю. Нига. Я сгал. Открывайся по тигу. Вышел раз, пипец! Лучше, лучше. Хорошо. Мерсает. Ой, я пройду за. Он вот! Блять, да. Ну они не слышат, что в тупике. Зашел, кулак зашел. Да у меня три компа. У меня ноль инфы, что тип. Есть, парапета, агрессивно кросс. Убил. Найс. Труэлька, Найс. Еще! Риса. Я хайду арку, Вот зашел, Слушайте, ближе. Ну, блядь! Тихо. Я пробую сейчас. Авика за прав, Кулак и под БК! Вот они стреляют! Лас, у меня кулак! Фонарь! На зелень перелез! Перелезает! Подги, тупик! Тупики, ребят! Труп под лестницей. Все, чекай, Влад, так, чекай. Все, Найс. А, отойди, это его! Найс, слушай, молодцы. Пацаны, на кулаке я без хп из армора. Убил еще. Все, Влад есть, Я пошел мусор. Блять, я тут. Взял Антон. Не шевелись, я подлатаю тебя. Бомба установлена. Где инженеры? Мне нужна броня. На! Бомба установлена. Синька есть. Синька, да. Закрытую, пацаны! Блять, полет гиббона не удался. Ой, меня убили. Да, блядь. Хорош, пацаны. Пятюни, пацаны, в чат. Бля. Бля, где он? Блэн. Респа. Найс, тихо. Влад, ты чё? Размей, Влад. Найс, слушай. Найс. Рез. Мову резу, хейм новый, блядь. Старайтесь, блядь. Отойди! Ты дурак, что ли, нахуй? Ставь, Влад, ставь. У меня мусор! Я помогаю. Убил! Это я уже хуйню делал. А этот отбол! Жить, пацаны, жить! Ой, меня убили, блять! А он это отболе, Найс! Резать меня, БК! Пацаны, подкат, выкатил там! Блэнд! Отбол! Убил! Иди! Копы! Убить! Зажрать! Мируй! Найс, ебать! Хорош, пацаны, лучше! Ну что ж, на этом видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. С вами был Антон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.